Так, как что делать, как быть? Хочешь биту отдам? Нет, спасибо, монтировка. Понял. Сзади, сзади, сзади! А, бежим отсюда! Давай, 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 давай! Найди способ побега. Привет, ребят! Это новая игра в нашем всем любимом Майнкрафте. Что ж, несложно догадаться, в принципе, что это конкретно за режим. Делали мы его очень долго, поэтому попрошу проявить актив на канале. Так, я нашел уже петарду и ветку. Так, мы оказались в лесу. Зачем нам петарда, зачем нам ветка? Сейчас вы все узнаете, потому что помимо нас, да, я тут не один, наверное. Помимо нас тут есть еще кое-что страшное. О, нашел монтировку. А что страшное, вы узнаете. Ребят, очень старались над картой, делали, поэтому, пожалуйста. Я понимаю, вам не сложно, я обычно такое не прошу, но поставьте лайк. И напишите комментарий какой-нибудь. Мне будет интересно очень почитать. Я их правда читаю. Что у нас здесь есть? У нас есть... О, так, я нашел какой-то предохранитель. Коробку патронов для дробовика. Так, есть у нас вот тут заколоченные доски. В принципе, я могу их, наверное, ломом сломать. Монтировкой. Чтобы тут пройти. Хорошо. Так, куда бы пойти? Куда пойти? Вот тут линии электропередач какие-то. Надо бы с кем-то, наверное, встретиться. Может, тут есть люди какие-нибудь. Так, что у нас здесь есть? Ага, о. Я нашел биту. Пожалуй, я не буду ее брать, потому что у меня и так все есть. В принципе, у меня ветка. Ветка есть. Лом. О! О, здорово, ребят! О, че, как гулять? Да, смотрите, здорово, в том доме есть здорово. Бита. Можете взять, если надо. О, отлично. Я, наверное, возьму. Слушай, на, возьми ветку. Хорошо, буду. Так, у меня, если что, еще есть петарда, мало ли, ну, кто-то придет, мы его взорвем и. А зачем нам бита? Мне показалось. Ветка. Ну как зачем? Ты не знаешь, кто тут живет? Я тут. Да я шучу, никто тут не живет. О, взял биту? Фига да, ты да. Опасно. О, ветка. Пойдемте, ребят, ветка. Я знаю, тут есть главный дом. Пойдемте. А, слушай, я видел, там какой-то щиток есть, короче. Щиток? Только там дверь закрыта с замком, короче, висит, да. Угу. Замок на ней. А, что? Смотри, смотри, у меня есть лом. Давай вот эту я, короче, отколупаю от дощечки. О, генератор. О, А, топлива сюда не хватает, у него уровень на нуле вообще. Нет, давайте жалко. Разделимся, я пойду в дом, а вы пойдите стой, в сарай. Стой, слышишь, может ты проверишь, там просто доски заколоченные. А, может давай, там что-то есть. Что мы ищем там? Я не знаю, ну что. Хотя бы топливо, хотя бы. Так, тут ничего нет. А зачем нам топливо? Да, топливо для генератора, не работает ничего, у нас электроэнергии нет. Так, света в доме нет, это конечно... О, смотрите, смотрите, там кто-то идет. О, ну, еще одна женщина с веткой. У меня бита. Привет, женщина с веткой. У меня ветка, у него бита. А, у нее сковородка. Настоящая женщина. Короче, да, вводим. Так, это большой дом, большой сквер. Что за нахер? Это что такое? Это что? Ух! Что это? Что? Чувырло это? Кто? Так, тут ничего у нас нету. Фух, я упал. Так, тут еще одна монтировка, надо будет ребятам сказать. Да, ты видела? Ты видела? Да. Бери монтировку. У меня сковорода. С монтировкой можно доски ломать. Я знаю, где канистры. Да, ты знаешь? Я, кажется, видела. Я нашел предохранитель, смотри. Это отлично. О, боже, вы видели? Что? Я видел, она меня укусила, кстати. Так, вот эта вот тварь. Да. Она здесь. Мы что, заперты, что ли? Ой, блин. А это лестница? Вон она. Оно ушло. Идите сюда, здесь аптечка, слышите? Давайте наш укушенный возьмет. Укушенный, иди возьми аптечку, бери, на полу валяется. О, спасибо. У меня есть предположение, где есть канистра, я вроде видела ее в одном. Да, окей, я думаю, нам надо разделиться по канонам жанра. Тут еще одна аптечка наверху, посмотрите. О, еще патрон нашел. Я так понимаю, она может пролезать только в окна. Монстр, вернее, этот. Потому что я что-то... Она не смогла в дверь пройти к нам. Чё вырвало? Ой-ой, блядь! Ребята, сваливайте! Давай! Куда? Да куда-нибудь, я не знаю, он вот здесь. Понял. Ты вообще видел его? Я вот только что да разглядел. Я ж говорю, оно меня укусило. А, ёп! Вон оно! Где? Оно сейчас в дом забежит. Слышь, а может это как-то...
пойдем отсюда, я не знаю, что. Пошли, ли, пошли, только. А, я знаю, тут окно разбито, пошли. Отлично, пойдем. Так, нам с тобой нужно топливо для, найти для генератора. Потому что вот та девчонка в синем, она знала, где топливо. Тут что-то есть. Вот давай посмотрим. Это какая-то. Какой-то навес. О, смотри, смотри, это сарай какой-то. Знакомая старая хижина, прям какой-то, да, или старая. Ищи, может, здесь что-то полезное? Это я уже тут был. Ты тут был? Давай. Ну, это такое ощущение складывается. Слушай, тут. А, тут. А, давай я разломаю вот эту. Да, лучше. Слушай, да, тут ничего нету вообще. Пойдем-ка отсюда подальше. Пойдем, не нравится, да, мне этот сарай. Так, может, может в полицию позвонить? Там телефон у нас висит вообще в доме. Ну, блин. Смотри, там что-то есть. А, да, я здесь проходил, кстати. Здесь проходил. Вот замок какой-то висит. Не знаю. Замок? Слышишь? Замок. Да-да-да. Смотри, тут сломан. А, там предохранитель, что ли, перегорел? Там все провода какие-то. А что, у нас тогда не работает с электроэнергией или что? Получается, да. Болторез бы сюда, чтобы замок сломать. Так, я видел тут девчонки, что они прячутся? Ребята, мы нашли канистру! То существо, вон оно, вон оно, вон оно! О, я вижу, вижу, вижу! Мы все в углу. Так прячьтесь, ё-моё! А топливо, топливо где? У нас. А сколько, одно? Одно. Там нужно два топлива. Там два деления. Значит, найдем. Привет, опять! Я вижу, вижу, вижу! Жуткая тварь, конечно. Короче! Сваливаем, сваливаем! Ты ее ранил? Я не знаю, я кинул петарду мне. Заходи сюда. Понял. Так. Да, а здесь зачем сюда зашли? Только шахматы есть. Шахматы? Ну что, партейку сыграем? Ну, можно, в принципе. Пошли дальше. Вон она прыгает. Спасибо. Она за ними, видимо, пошла. Короче, нам нужно. Да, отлично. Нам нужно дальше топливо искать. В смысле, отлично. Ну, в плане то, что они отвлекут его. Так, давай вот эти дома посмотрим. Или. А, во, вот эти давай посмотрим. Давай. Так. Ну-ка. Ты иди тот, посмотри, я этот. Ага, окей. О, изоленту нашел. Правда, зачем мне изолента? Ну ладно. О, отвертка. Так. Так, а отвертка, интересно, можно открыть где-то? О, можно. Ну-ка. Не-а. Слышишь, я тебе могу отвертку отдать. Можешь крутить, короче, эти. Если у тебя монтировки нет. Да. О, ага, отлично. Отлично. О, болторез! Болторез, отлично. Слушай, слушай, так, тут больше ничего нет, да? Пошли, да, сразу тогда вскроем, нет. Щиток, посмотрим, что там с ним не так. Пойдем, 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 пойдем. Так, да, ну-ка. Да. Ну давай кусай тогда. Ага, отлично. Ну. Ага. Ну. Кабаны давай. Вперед. Кабаны вперед, да. Так, смотри, что тут не так? Нужна изолента. Ты что, просто отколупнул ее? Ну да, типа. О, у меня она есть изолента, отвертка, смотри. Да. Ну-ка. О. Так. А, и предохранитель есть с собой, смотри. Ух ты. Слушай, так все? Заработало. Да я инженер, что ли, получается? Да ты на все. Электрик Вася. Электрик Вася, да, вызывайте. Пошли в дом, посмотрим, может, мы что-то восстановили там. Ты говорил, кстати, про какой-то телефон. Ну, дома телефон есть, конечно. Ну вот. Ну, давай посмотрим. Так, никого тут нет? О, кстати, а тут можно? О, смотри, прям через окно можно. Ого, удобно. Так. Вот, смотри, я про вот этот телефон. А-а-а. А, блин, смотри, тут провода нет. Вот, блин. Нужна изолента. А у них случайно не было? А вот сюда можно залезть? Надо починить сначала. Ладно, окей, починим. Как починим? Было бы чем. Надо... О, да, смотри. Было бы чем. Может, у... Привет. А, ребят, ребят, мы восстановили питание, да. Да, это, в смысле, молодцы. Провода. Мы залили топливо. Мы залили. У вас изолента? Есть изолента? Изолента есть? Есть изолента. Пойдемте, у них пойдемте, есть изолента. Пойдемте, пойдем, пойдем, давайте сюда. Ладно, идем. Там просто, видимо, что-то какой-то придурок дернул провод, и он оторвался. Да. Вот, ну, смотри. Можете этот склеить, короче. Да. Сделал. Во, супер. Ну-ка. Он, о, а, отлично. А он не работает, потому что генератор все еще. Короче, как найдете топливо, давайте все соберемся и. Да. Чтобы. Да, короче, как только топливо найдете, приходите сюда, и мы зальем вместе с вами, потому что мало ли что случится. Хорошо. Хорошо. Все, давайте. Так, вот мы и разделились, получается. Надо искать топливо. Монстра пока я не вижу рядом. Но это и к лучшему. О, бита. Класс. Ага. Есть тут что-нибудь? Не, вроде ничего нет. О, привет! Я нашел, я зашел. Я. Сзади! О, твою мать! Че, найдет там? Не знаю, у меня. Возьми петарду, короче. У меня обрез, тут только патронов нет. А, я могу тебе патроны дать. Давай. Ну, пойдем тогда, не знаю,
осталось топливо найти, потому что сверху да, ничего да. больше не было. Я там прошел, что-то не нашел ничего пока что. Я бы, конечно, еще здесь что-нибудь посмотрел. Да я тут лазил, я нашел здесь доски. А как ты где нашел для чердака? А наверху, там, где лестница была. А, на чердаке? Да, на чердаке. Понял. О! Так, ну что, есть прогресс? Нет. Зато а мы нашли дробовик. У вас есть. А где наш компаньон? Не, просто меня уже успели покусать. Вот она. А, да? Могу аптечку дать? Да нет, у меня есть. О, слышишь? Я нашел топливо. Я говорю, топливо нашел, слышишь? Отлично, отлично. Я нашел компаньона нашего. О, отлично. А где еще? А, привет, я нашел топливо, пошли. Ребята, привет, где здорово. Еще одна? Она же с тобой была. Я не знаю, пошли к дому, там посмотрим. Мы разделились. Пошли. А что, твари не видно было? А, он был возле меня. А, серьезно? Да. Я твердка. Вон он. Ага. А вот это... Он нас не увидел. Ладно, я постараюсь его не подпустить. Короче, давайте я топливо залью тогда. Давай. Я слушай, постою на страже. Зайди лучше, чтобы он не видел. Ладно. Так он будет думать, что здесь никого нет. Все, залил. Ой. Генератор включил. О, смотрите, свет так. Включился. Опа. Все, дом у нас теперь со светом. Классно. О. О, свет уют, и тут Фань появилась. Что за музыка? О, это радио смотри. Включилось, кто-то его не включил. Я испугалась. Ну-ка. Блин. Прикольно. Чё, блин, вы радио, что ли, никогда подождите. Не видели? Короче, телефон, звоните, телефон. Давайте. Телефон, давайте. Да. О. Что ты, блин? О. Звонишь? Да. Трубка у кого? У меня. Департамент полиции округа Редвуд. Слушаю вас. О, что мне говорить? Вы слышите? Стоп, он нас не слышит, кажется. Помогите нам. Помогите, слышь, помогите, Жек, пожалуйста, приезжайте к нам. Кого-нибудь на трубу, азу, а, фух, ну нас услышали. Ну, чисто проверить. Ну они хоть знают, откуда это. Окей. Теперь нам нужно ладно. Как-то... Пережить эту ночь? Радио так мило играет. Что? Что это где? Ребята, извините, это... Ты выстрелил? Да, я случайно. Уходи. А, да, вот, в него стреляй, не по нашим. Чуть встали, в дом давайте. Очень классно с обреза. Попал? Куда он, блин, делся? А, ты здесь? А где тварь? Я в нее стрельнул, не знаю, я куда-то... А, вот она! Ребят? Возьмите на всякий случай вот петарду. А, то есть... Вон он! Залезать в окно! Какого черта происходит? Ой-ой. Мигалку слышали? Так, полиция приехала, нужно сматывать. Так, а как смотать-то, если тут эта хрень бегает? Ё-моё. Алло, полиция! Там, осталось Файн. Слушай, иди сюда, давай! Сзади! Успел её огреть. Это полиция? Да, полиция, ты слышишь? Не, это полиция! Полиция там! Так, они туда побежали, на выход? Да, они туда побежали. Хорошо, аптечка нужна? Нет, не нужна. Понял. Так, как что делать, как быть? Хочешь битву отдам? А, нет, спасибо, монтировка. Понял. Сзади! Так! А куда мы? Я не знаю! Бежим отсюда! Давай! Давай в окно! Давай в окно! Вот он, бежим! Убегаем! Где полиция-то? Не знаю, мы за вами. А, вот полиция ваша! Твою мать! Сука! А! О нет! Я думал, она пойдет не за мной. Да ну тебя нахрен! А! Блядь! Не-не-не-не-не-не-не! Да ну тебя! Давай, договоримся. Хорошая чувырла! Ой, у меня вообще хп нет. Убегаю. Нет, там машины нет. Там нету. А, вот машина-то. Так, а полиция вон приехала. Так, мне надо аптечку съесть.
ну тебя. А твою мать, только не вода. Да давайте, сваливайте. Игровой режим сделан собственными руками. Поэтому, ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Да, я обычно об этом не прошу, но мы старались. Потраченного времени, чтобы было не жаль. Кстати, вы слышите эти фоновые звуки? Это не монтаж, если что, это прям в игре так. У меня сковородка не подходит. Зачем тебе сковородка? Монтировка. Ух ты, спасибо. Не что знаю, я в лагере нашел, на меня напала какая-то страшная хрень. Четырехлапая, которая... Четырехлапая хрень? Это вот это, что ли? Не хотелось бы мне... Ты про вот это вот? Да шо? Не, я, пожалуй, туда пойду. Привет. Ой, привет. Знаешь, я тут изоленту нашла, не знаю, зачем она мне. Но... ветерочек такого, природа. И монстр. Монстр? Да. Какой монстр? Страшно. В смысле, ты шутишь, да? Да, я шучу, пойдем покажу. Пошли. Вон он, смотри, налюбуйся. В смысле? А ну съебал! Не надо меня трогать. Не надо меня трогать. Да, что ж такое-то? Там вот... Человек с монтировкой. Бегает. Слушай, но уже нас искусало, да не знаю, до потери крови, до потери пульса. У тебя как, кстати? Да потому что чё говорить, я язык съел свой. Вот. Блять, он сверху! Бля! Не надо этого делать, не надо. Чё открыть-то? Да ты, мы пробежали. Там да есть... какой про... О, блядь! Да. А, с генератором? Да. Так я же ее заколотил нахер, чтоб туда никто не лазил, ёпт. Так ты местный. Я, блядь. А ну отвечай, что здесь происходит. Ну, так, да, ну, Негодяй, что это за... Я негодяй, а может ты, блядь? А кто? Ты что, ругаешься, ну ты что? А чё вы меня оскорбляете? Пришли на мою территорию, блядь, сковородки взяли, биту. А ты докажи, что она твоя. Ёпта, ты чё ещё, блядь? А, что это было? Чё вам открыть, вот это вот что? Блять, я тут вешал это, чтобы вы сломали, что ли, все? Ну ёбан, да. Бобин. Ну, давай, ладно. Ломай, мы меня. Ну и заходи, нет. Всё. Открывай. Он, блядь, бежит к нам! Блядь! Иди нахер! Плохая идея. Блядь! Он не знает, за кем бежать. Нет, он побежал за нами. Так не за нами. А, ну ему похер. За нами. Да? Блядь! Я тут была, тут ничего нет. Это бесполезный дом. Кто я? Дом бесполезный, это не ты, ты открывалка. Кто? Открывалка. Кто? Уши почисти. Кто? Понятно. Кто? Кто? Я. А, ты? Ну так сразу бы и сказала. Ну чё, я думал. Ой. Ну ладно, приятно познакомиться. Открывалка, он сзади, блядь! Бежи, блядь! Это было больно. А, он на нас забил хер. Блядь! Я одинокий заправляльщик генераторов. Заправляю генераторы недорого. В принципе, сам для себя заправляю генераторы. Мне нравится их заправлять просто. Ёпт! Ты меня понимаешь? О, бля! Ну, в принципе, да, я думаю, это хорошо. Что? Он упал. Перила для детей? Я так понимаю, нам надо выбираться с тобой. Ха-ха-ха!